Так, ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал и до встречи. С вами был Блудлинос. Пока-пока. Фух, так, все вроде бы сделал. Так, что бы мне сделать? Надо бы покушать, наверное. Бляха-муха, я точно что-то слышал. Лёва, ты же слышал это, да? Лёва. Мряу. Ты слышал эти звуки? Пошёл нахер. Жрать дай. Я был точно уверен, что эти звуки были не дома, а снаружи. Поэтому я вышел проверить. Убедившись в том, что на улице тоже ничего нет, я решил вернуться домой. И чтобы быть уверенным, я убедился, что за мной нет никакой слежки, я решил проверить, взглянув в дверной глазок. Где же это? Что за херня? Это точно тут. Так, хватит, ладно, не подумайте, я не пытался вас напугать, это все то, чем меня били донатеры, о которых пойдет сегодня речь в нашем ролике. Вот все одним декабрьским утром, когда вылуплялись птенцы из гнезда в виде пекинесов, и мы играли в игру такую нормальную, она называется «Когда плачут чайки» на стримах на втором канале. Но все было бы хорошо, если бы не один человек, который смотрит меня, в принципе, довольно уже давно, угрожал другим донатерам физической расправой в виде вот такого вот. Кто это? Ей по копейкин зарежу. Ей по копейкам надо донатить, чтобы она просто поднималась дальше. Я зарежу нахуй! Вынужден сдаться. Патрис, 100%. Нет. Читай. Да вы издеваетесь. Бля. Ох, вот это вот опасно. Да ладно, кто там? Да ты чё? Сосоть. Всё. Вы уже слышите? Вы уже чувствуете, чем это пахнет? Это пахнет донатерской войной. Я не шучу. То, что будет происходить дальше, просто поразило меня, пиздец. Такого уже не было около года, если не больше. Мне надо приготовить немного... Как и пел Джон Сина, он пел «Ты не видишь меня», и я перестал просто видеть от таких донатов сам. Time is now, now, you can see me, my time is now, now, your friend... Махараджа, это ты, ребеночек? Блять, это хуй же, ёбаный рот, Маха, ты шо, гетеросексуальный лобстер? Шлянь, выиграл 2000 топ недели, нихуя себе. Ну и чтобы не сдавать позиции, она ответила на провокацию Махи своей пулей. Не дает! Донатя эти деньги, она словно говорила Махе. Ты донатер, да? Ты пиздюк, а не донатер. На что, собственно, Маха и ответила. Может, ты пидор? Ну, как бы я просто в ахере. Как бы тягаться, конечно же, тяжело с Махой было, и Вригл просто отступила, сказав... Ну ладно. И победитель Махараджа! Стоп, нет, да победителя еще далеко уж, поверьте.
Пошел поискать Розу и Марию. And his name is Jossi! Просто. Вот видишь в Риге. And his name is Jossi! Создание барьера и... And his name is Jossi! Тут началась просто дикая мясорубка, стрельба, выстрелы, оторванные головы валялись повсюду. Разорванный киш, бабушкины трусы, разрезанные колбасы, тюлень, просто беременный на полу рожал Гитлера. Я уж не знал, чего еще можно ожидать от этой войны, но... Это было... только начало. Почему? Это что, блядь-то? Это просто, блядь, придёт. Ну, тут все пиздос, просто пиздос. Все. Погоди, ебать, топ недели, топ дня. И это дед. Объявляю тебя победителем сегодняшних донатерских войн. Иди поцелую. Блядь. И настоящей золотой ведьмой этого стрима донатеров является... Погодите, что? Вы слышите? Вы слышите это? Это... пиздец! And his name is Jossi! And his name is Jossi! Моё место не может быть занято так легко, Леза. Я буду сражаться до последних... Сука, все трясется, нахуй! Мое место не может быть занято так легко, Леса. Я буду сражаться до последней крошки, до ширака сражаться. Я, конечно, уважаю тебя как потрясенно переводчика, но место в топе дня и недели мое. А разве неделя... Да, Ляня, она перебила! После этих донатов у меня просто сорвало крышу. Я не знал, что я буду делать. Это был пиздец, это... Каждый стрелял с разных сторон своими донатами. Каждый пытался выбить это первое место. В конце остались лишь Лесоморье и дед. И я уже сам взял нож, угрожая, что я сам убью того, кто следующий задонатит. И как бы не хотелось бы сказать, но в войне нет выигравших или проигравших. А нет, есть. И вот она. Подожди, что? Кто забеременел? And his name is Jossi! Я хочу объявить в этом стриме и, наверное, за все время королева донатов, золотая ведьма, это Лесоморье! Но на самом деле хотел бы, друзья, поблагодарить вас всех, кто был присутствующий на этих стримах, кто вообще кого не было, кто донатит по чуть-чуть, приходя там иногда и тому подобное, у кого есть время, у кого нету времени. Самое главное, что стрим был офигенным, зашибенным, и я не мог не сделать этот ролик, потому что было действительно жарко, да. И... самое главное, у нас есть Лесоморье, которая выиграла уже вторые донатерские войны. Я не знаю, будут ли третьи, но, честно говоря, мне кажется, что она и третий выиграет, потому что она топ, в принципе, по донатам. Но я не говорю, что те, кто донатят по маленьким суммам, 50 рублей, 100 рублей и подобные, как бы, суммы, я не скажу, что они, можно так сказать, ну, хуже, да? Потому что рад я любым деньгам и тому самому, не то что даже деньгам, а то, что вы приходите и смотрите, и вам нравится. Самое главное, что вам нравится. Поэтому, если вам нравится, вы и как бы донатите, да? Вот, вот поэтому, как бы, а как еще? Так что не забывайте приходить на стримчики, стримчики они вообще рандомно, в группе ВКонтакте обязательно подписывайтесь, приходите, смотрите, у нас атмосфера уютная и тому подобное, у нас сейчас проходятся чайки, и когда плачут цикады, и что только не проходим, так что вот такие вот дела. И да, там такие поехавшисти, как вы сегодня видели, почти постоянно. Хорошее настроение, ждите продолжения таких же видосиков, и можно так сказать, спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы меня смотрите. Всем удачи и до следующих донатерских войн.